Уникальное предложение сегодняшнего дня. Абсолютный бестселлер. Вы не представляете, какое откровение ждет каждого, кто успеет заказать наш главный товар дня. Дело в том, что чистота – залог здоровья, чистота – одно из самых прекрасных проявлений красоты, но гель-мыло 3 в 1, который вы сейчас выбираете, это не просто чистота. Это здоровье вашей прекрасной кожи. Это профилактика огромного количества проблем, связанных с нашей кожей. Масло органы, цитрат серебра. Сила серебра в каждом флаконе. А также витамины, экстракты. 1299 рублей цена только сегодня. И вот он, волнующий момент. Кто представляет Health and Beauty, компанию, которая и создана Пинкер Бабаевной Овчиевой, которая, представляете, 47 лет, уже 48 лет, да, посвятила науке, сама является лицом, я бы сказала, всем для этого бренда, потому что и красивое лицо, и необыкновенная стройность, необыкновенная ухоженность. К тому же, представьте, профессор, доктор наук, генеральный директор, основатель, учредитель компании, ну, Пинкер Бабаевна, вы необыкновенная. И, так, спасибо, и вот такая спасибо. Же, как и скромная. Потому что Пинкер Бабаевна постоянно смотрит на меня и говорит, ну, типа, хватит, хватит уже, замолчи. Давай перейдем к главному. Что же это за мыло такое волшебное? Вы знаете, вообще, я хочу сказать, что все, что мы разрабатываем прежде всего для меня, для себя, для сотрудников, для родных, близких, а потом уже для всех покупателей. Сегодня, начало весны, мы говорили о детоксикации изнутри и снаружи. Для того, чтобы восстановить иммунитет всех органов и тканей, необходима детоксикация. То есть нашему организму необходима помощь в том, чтобы организм сам выбрасывал все, что ему не нужно, и восстанавливал собственные функции. Мы в первой части говорили о правиле немецкого ученого, что в оздоровительной медицине есть правило печной трубы. Это означает, что печная труба на выходе всегда должна быть открыта. Это значит, что основная, самая большая печная труба – это желудочно-кишечный тракт. Мы об этом уже говорили, об очищении и восстановлении. А вот вторая труба, главная, которая должна быть открыта на выходе – это кожа. Поскольку кожа имеет свой собственный иммунитет, и без здоровья кожи невозможно говорить ни об одном органе, ни об одной ткани. Гели «Сила серебра», их всего 6 наименований, мы разрабатывали по государственному заказу, ну, в честь какого-то юбилея международного года борьбы с раком груди. Дело в том, что была поставлена перед нами научная задача разработать альтернативу антиперспирантам, которые... Не обязательно каждый, кто пользуется, но тем не менее в 95-98 случаях рака груди в тканях опухоли находят те парабены и те компоненты, которые имеются в антиперспирантах. То есть первое и самое главное, антиперспиранты закупоривают потовые железы, увеличивают температуру локально в тех областях. А парабены и другие эстрогеноподобные компоненты нарушают баланс гормонов в области груди. И нами было впервые представлена линейка гелей как альтернатива первая для антиперспирантам для защиты от рака груди, а второе, данные гели, кроме ионов серебра, кроме экстрактов лекарственных растений, это и имбирь, экстракт зеленого чая, и алоэ вера, и витамин В5, и много других компонентов. Гидролизованные масла органа, красное касторовое масло, они снимают токсическую нагрузку на все органы и ткани человеческого организма. Формула разработана с учетом, опять-таки, функционирования всех механизмов кожи. Первое – это терморегуляция, очищение.
Это синтез гормонов, витаминов, то есть без здоровья кожи, еще раз подчеркиваю, невозможно говорить о здоровье всего организма. Что они делают? Первое, они уничтожают патогенную микрофлору, которая вызывает кожные заболевания, и запах крови, запах пота. Второе, они уничтожают все кожные заболевания, начиная от простых дерматитов до бородавок, папиллом. Кожный зуд буквально устраняется с первого раза. Устраняются кожные и мускульные спазмы. То есть это лечебно-профилактические гели, которые нормализуют pH-баланс кожи, микробный баланс, открывают все пути детоксикации и нормализуют собственные функции кожи. Борьба с паразитами, борьба с кожными заболеваниями и полная детоксикация кожи. И есть научные данные о том, что при очищении кожных пор такими лекарственными растениями и ионами серебра выбрасывается из пор избыток натрия, и таким образом нормализуется давление человеческого организма. Так, Любовь Анатольевна, 56 лет, из Красноярска написала. Покупала мыло 3 в 1, очень помогло справиться с моей проблемой. Мучилась от атопического дерматита 10 лет. Ушли покраснения, зуд, трещины на руках. Очень вам благодарна, скорее всего, заказываю второй набор. Вы знаете, это потрясающее средство, которое не имеет аналога в мире. Да, а в качестве моющих средств здесь использованы сапонины мыльного дерева, которые используются в процессе приготовления халвы, зефира, то есть это пищевой компонент, и поверхностные активные вещества из мякоти кокоса. То есть мы не даем для очищения, для пенения павы из нефтепродуктов. Все, что мы делаем, это питание для кожи, поскольку кожа занимает 6-е место по приоритету питания. Итак, срок годности 3 года. Кто успеет, тот и будет счастлив. Подумайте над тем, что вы используете для своей кожи. Станите нам.